Сегодня мы познакомимся с вами поближе с ураганом, который поступил на службу в департамент полиции Акмолинской области. Основные цели и задачи использования автоурагана МС в Акмолинской области направлены на повышение уровня цифровизации и автоматизации процесса, обеспечение дорожной безопасности, снижение аварийности и воспитание культуры вождения у граждан. И с целью, чтобы исключить вас от штрафов, вы узнали, какие основные преимущества этого автомобиля, его цель и какие задачи он должен выполнять. Я уверен, что это сэкономит вам много нервишек, много денюшек. И, собственно говоря, давайте знакомиться. Система «Автоураган», которая состоит у нас на службе в департаменте полиции Акмолинской области, и старший инспектор Арман Мырза. Ассаламу алейкум. Уважаемые жители, гости Акмолинской области, департамент полиции Акмолинской области предупреждает вас соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, дистанцию, ведь это сохранит ваше здоровье и других участников дорожного движения. Расскажите, пожалуйста, что это за робокоп, который катается у нас в городе? Можно подробнее узнать об этом? Это автокомплекс «Автоураган МС», оборудован камерой на 360 градусов, фиксирует полностью все полотно дорожное в встречном движении, попутном движении. Сзади стоит вот камера, фиксирует превышение скорости, сбоку, справа, спереди тоже стоит камера на превышение скорости. Остальные камеры берут дорожную разметку, знаки дорожные, фиксируют. Если автомашина неправильно припарковалась, не в положенном месте, она это зафиксирует. То есть даже парковку неправильно фиксируют? Да, парковку неправильно фиксируют. Здесь у нас получается раз камера, два камера, три, четыре, шесть камер. Шесть камер. Шесть камер. Также автокомплекс «Автоураган МС» работает по должникам, по угнанным автомашинам, которые в базе имеются. Их она зафиксирует, номер берет автомашины, фиксирует. Потом нам уведомление приходит, то, что автомашина находится в розыске или в угоне. По рации выходим к ближайшему экипажу, передаем, что постановили данную автомашину. Автоматически в базе он считывает госномер. В базе загружено это данные. А вот эти вот камеры, которые размещены у вас? Это внутри фиксирует салон полностью. И такой вопрос, знаете, Арман, вот на службе сталкивались ли вы, чтобы у вас там была такая погоня? Вот лично у вас был такой опыт, чтобы... Были случаи, да. Просто я хотел бы узнать, насколько этот автомобиль... Это у нас двойка, да? Такие чисто технические параметры. Или да. 2,5? Нет, двойка. Именно на этой не было погони. Потому что она сама фиксирует автоматически. Мы никого не догоняем, получается. Все, вы как едете только, спокойно. Да, проезжаем рядом, и все. Она сама фиксирует, собирает базу данных и закидывает в процессинговый центр. А скажите, пожалуйста, вы видите, вот, допустим... Меня оштрафовали, и вы видите, что видно, в этот момент да, сразу... Да. А, у вас сюда приходит, да? Ребят, смотрите, здесь у нас, смотрите, а посмотреть количество... Количество вот здесь пишется. А, вот за сегодня, да, ребят. Только за сегодня. Время у нас 10:45, а во сколько вы заступили? 8 часов заступили. Слушайте, неплохо, 10:45, уже 14 наклепали. Это, наверное, пока сюда доехали? Да, пока сюда ехали, пока выехал, поправился. Шутки плохи здесь, разговор короткий. Фиксируют в Бурабайском районе, когда выходные, пятница, суббота, воскресенье, там много стоят, все припаркуются, не в положенном месте, получается, ставят машины, это создает неудобство водителям, мешает. Она фиксирует это все. Проезжаем в этом месте, в Бурабайском районе, собирает информацию, и водителям приходит уведомление, что они припарковались не в положенном месте, там зона действия знака стоит, разметка стоит желтая, записывает на видео также, скидывает в процессинговый центр, эта вся информация обрабатывается потом. 360, полный обзор, никто не останется незамеченным. И вот, пожалуйста, смотрите, считал наш номерной знак Гудкар-ХИЗ. Я надеюсь, там мне этот, нам не прилетит штраф за неправильную парковку. А еще Соната катается у нас. Соната катается, да, ездит. Да, это тоже департамент областной? Да, департамент полиции. Две Сонаты, получается. И таких К5-ых две тоже. Итого четыре, да? Четыре автомобиля. Четыре автомобиля. А маршруты как? Где аварийность большая в основном. Профилактику проводят, получается.
чтобы водители не нарушали скоростной режим. Превышение скорости на 10-20 км в час влечет административный штраф в размере 5 МРП. Эта сумма будет 17 250 тенге. Превышение скорости на 20-40 км в час влечет штраф в размере 10 МРП. Это 34 500 тенге. Превышение скорости свыше 40 км в час влечет административный штраф в размере 20 МРП. Это 69 000 тенге за 2024 год. Ребят, если хотите сорвать джекпот, 69 тысяч. Да. Это превышение? Превышение скорости по третьей части. Свыше 40 км в час, если превышает автомашина скорость. На кругленькую копеечку попасть, так сказать. Так что не нарушаем, друзья, самое главное, не нарушаем, соблюдаем правила дорожного движения и вот и не будем иметь дело с таким вот робокопом. Что можно сказать нашим подписчикам? В основном это преимущественно водители. Что можете им сказать, пожелать или... Уважаемые подписчики Гудкар КИЗЭ, соблюдайте правила дорожного движения, берегите близких и родных. Безопасность превыше всего.